По сети это полная хуйня играть. Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь. Итак, это снова демо-версия Pro Evolution Soccer 2020. И теперь решил в этом втором выпуске небольшого этого же обзора сделать все-таки обзор на сетевую игру. Как вы видели, я в последний матч в первой части, кто не видел, ссылка будет в описании, забил чудо-гол за Лионеля Месси ножницами, шикарный гол. И вот я решил все-таки сыграть за Барселону, может быть, потом Баварию, там Ювентус выберу следующий. Вот, против тоже Барселона, кстати, у него, но вот он там делает какие-то перестановки. Ну, мне кажется, все-таки вот эти игроки у меня пока что и останутся. Из резервы я никого не собираюсь брать. Итак, стадион на Альянсе бы сыграли. Время. День. Зима, ясно. Все. Ну а по форме здесь. Так, это все оставим. Розыгрыш мяча. Ждем. Итак, матч Барселона против Барселоны. Я не знаю, как здесь играет этот молодой человек. Но посмотрим, как мы отыграем. Ну а мы, моя любимая вот эта тактика на левого защитника здесь, это Жорди Альба, на него вот так вот отпасуем. И вот так вот расчертили. И отлично, вот так вот мы забиваем. Филиппе Каутиньо забивает этот гол. Мы отлично. Это не сказать, что контратака, но это сразу же от ворот мы начали эту атаку. Жорди Альба, Видаль, Каутини вот так вот быстренько это все разыграли. И гол получился симпатичным. Вот здесь вот никто его просто и не держал. Так что замечательно. Выходим вперед. Да, соперник нам попался легкий, но я ожидаю, что в следующие мы и проигрывать будем матчи. И вот так вот, с первой же атаки после развода мяча он забивает. Просто здесь накрутил, навертел. Нельзя сказать, что это киков. Но все-таки Усман Дембеле забивает свой гол. Филиппе Каутиньо. Каутиньо. И Каутиньо! Я так и знал, подкруточка того Каутиньо просто шикарная. И я решил, вот это вот можно назвать кикофом, прям как в FIFA. Он с развода забивает, а я с развода просто отвечаю так же. И отлично, мы снова впереди, 2-1. Фрэнки де Йонг здесь немножко подцепил ногой, нарушение могло быть, но соперник продолжает владеть мячом. И забивает все-таки он еще из-за Лионеля Месси. Все-таки вот это точно он сейчас идет, прям, не знаю, качели туда-сюда. Добивает Суарес. И отлично, добился мы. Добился и Суарес, и мы тоже добили своего. Луис Суарес забивает. 3-2, мы снова впереди. Вот это матч, вот действительно. Но это красиво все-таки была атака. Вот здесь вот и Месси правой ногой так и прямо в шестерочку аккуратненько катнул. Куда уже Тер Штеген бы точно бы не дотянулся. И это 4-2. С лагами со всем этим мы все-таки забиваем. И Лионель Месси делает счет 4-2. Так, спокойно. И забивает. Все-таки он за Суареса. 4-3 счет. Я все-таки бы сделал бы замену. Ну и все, сейчас вынос. И я надеюсь, что это будет победа. Но нет, все-таки дает арбитр продолжить матч. И внимание. И забивает все-таки на последней уже там 95-й минуте. 4-4 сравнивает он счет. И сейчас, естественно, матч заканчивается. Не знаю, почему не сидел арбитр.
Ну и свести, конечно. 4-4, матч замечательный, 8-8. Спасибо большое сопернику. Их очень тяжело находить в Pro Evolution, так что это редкий соперник. Итак, друзья, второй наш соперник, и снова против нас играет та же команда, которую и мы выбрали. Итак, Альянс Арена, Ювентус против Ювентуса сегодня. Ну, посмотрим, как теперь. За Лионеля Месси мы все-таки отыграли 4-4. Теперь посмотрим, как мы отыграем за Криштиану Роналду. Ну и все-таки, я искал, голы будут во втором тайме. Он забивает. Криштиану Роналду. Счет 1-0. Друзья, ну вот просто вот сейчас вот игра была вот честно против меня, потому что я сейчас три раза нажимал на то, чтобы отдал он пас Дибале, но он просто вот не отдавал, и поэтому даже сравнять не получилось. Счет 1-0 в мою пользу, конечно. Итак, друзья, Манчестер Юнайтед, Ювентус, прям как Лига Чемпионов в прошлом сезоне на групповом этапе они играли вместе. Итак, матч. МЮ, Ювентус, Альянс Парк. Решил на другом стадионе. Ну что ж, поехали, быстренько. Сейчас мы ему накидаем, пока он такой еще только. О, что за соперник, надо узнать, как он играет. Там все такое. А тут мы ему... О, все, пошел он уже, короче. Нет, ну не, ну это раздобивание. Ну это некрасиво вообще. Он сейчас еще и посмотрит на все три повтора там. Давай уже. Вот он опять заброс. И что? Ну, это все понятно. И отлично. И отлично. Ромелу Лукаку и... И есть. Есть. Бери мяч, погнали. Антони Марсиаль сравнивает. Вот так вот и мы забили так же, как он второй гол. Просто отдали на пустые. Ну, вот он просто вот довыпендривался своими перекатами. Ну и опять вот этот... Почему у него такая хрень залетает, у меня нет? Почему вот это сейчас что было вообще? Вот он просто проскочил мимо игрока. Вот. Все, друзья, 4-1. По Сити это полная хуйня играть... Так же, как и в FIFA, практически. Вот у меня просто игроки тупо проскакивали. Он не лучше меня играет. Пиздец какой-то. Ладно, прибомбило немного. С вами был Андрей и канал Футбол — это жизнь. До новых встреч, друзья. До свидания.